Самые спортивные госслужащие в здании правительства наградили победителей и призеров областной спартакиады среди работников исполнительной власти региона. Медали, кубки и дипломы получили самые быстрые, умные и меткие. Соревнования проходили с марта по ноябрь. В них приняли участие сотрудники практически всех министерств и ведомств. Они состязались в баскетболе, футболе, волейболе, плавании, стрельбе, шахматах и настольном теннисе. Спартакиада проводится уже 6-й год, и с каждым разом на турниры съезжается все больше участников. Есть такая вот пословица: ты хочешь быть сильным — бегай, хочешь быть здоровым — бегай, хочешь быть умным — бегай. И, безусловно, те задачи, которые стоят перед коллегами правительства, они требуют очень высокой самоотдачи и высокой трудоспособности, а это невозможно без поддержания физических кондиций.